А вот оппозиционеры требуют от спикера парламента отправить закон о языковых квотах на телевидении на экспертизу в Венецианскую комиссию. Об этом заявил нардеп Юрий Павленко. Есть нормы в данном законопроекте, которые порушают и международные обязательства Украины. Эксперты должны з'ясувати, чи відповідає ухвалений закон международным правовым нормам и стандартам, а также тем обязательствам, которые взяла на себя Украина.